если ваши части тела выступают не по делу. Если вируса, бактерии, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В четверг в Самарской области солнце проглянет сквозь облака, преимущественно без осадков. Температура воздуха в дневное время -8, -10, ночью 11-13, ниже 0. Ветер северный, северо-восточный, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, днем 8 с минусом, ночью 12, ниже 0. Ветер северный, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти облачно с прояснениями, днем -9, ночью -12 градусов, северный ветер 5 метров в секунду. В Самаре солнечно и без осадков, днем -9, ночью -12, северный ветер 5 метров в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 74%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.